Я бы сказал, что даже 90% качества вина зависит от винограда. Из хорошего винограда всегда можно сделать хорошее вино, но также кое-что может не получиться, и вино выйдет не таким, как хотели. Но из плохого винограда никогда и никто еще не смог и никогда не сможет сделать качественное вино. То есть не 70%, а 90%. Бренд, конечно, очень важен тоже, потому что я, во-первых, не согласен с высказыванием, что у нас в Молдове самые хорошие вина в мире. У нас есть очень хорошие вина в мире, хорошие вина в Молдове, но также есть хорошие вина в Италии, во Франции, в Испании, в Новой Зеландии, в Аргентине и так далее. И бренд уже помогает продвигать свое очень хорошее вино на местном и на международном рынке. Во-первых, я очень рад, что у нас сейчас работа идет очень интенсивная по продвижению бренда страны Wine of Moldova. Эта работа была начата 3-4 года назад, и я очень рад, что все виноделы в Молдове, в том числе из Гагаузии, из других регионов Молдовы, поняли, что продвигать собственный бренд – это важно, но сначала нужно продвигать бренд страны. Потому что не все, к сожалению, знают, где Молдова, не все знают, что мы вот уже пару тысяч лет выращиваем виноград и из него получаем хороший виноград, вино, извините. Поэтому очень важно продвигать бренд страны.